Сегодня предстоит презентация книг, изданных в Москве в этом году, в январе, и в марте в Париже на французском языке, о судьбе нашей Аллы, дочери Куанхана из Семиречья, которая произвела фурор на сфере высокой моды. Я очень благодарен руководству университета за такой высокий уровень организации этой презентации, которая запомнится нам всем. В принципе, мы впервые вообще в истории Казахстана оказываемся в сфере высокой моды. Мы думали, где-то мы преуспеваем, но не в сфере высокой моды. Благодаря Алле, 70 лет тому назад уже появилась на сцене высокой моды, мы, оказывается, уже были представлены. Поэтому наша задача, моя задача, в частности, с моей командой, было провести серьезное расследование этого вопроса, изучение этого вопроса, и выяснили, что она действительно является дочерью Куанхана из Семиречья. И нам надо было проследить, какой же путь она прошла, потому что на самом же деле иногда не важна та вершина, которую мы достигаем, а тот путь, который ведет к этой вершине. С этой точки зрения опыт и жизнь Аллы очень поучительная. Может быть, мотивация для всех молодых людей, как можно добиваться большого успеха на мировой арене, какое признание без спонсорских действий. И вот это большой пример, с одной стороны, для молодежи современной. С другой стороны, мир должен знать потенциал наших женщин, наших девушек, казашек, которые могут вот так же прославить и моду, и искусство. Поэтому я рад, что Казахстан обогащается вот такой неожиданной историей. Нам это удалось полностью раскрыть, то, что было называлось «энигма», «загадка». Мы загадку полностью раскрыли, и результатом нашей работы сегодня является признание домом Dior вклада Аллы в имидже, в маркетинге дома Dior, и поэтому они уже официально подтвердили, что Алла причислена к наследию Диора, и теперь она сохраняется в истории Heritage Dior для будущих поколений. Еще раз благодарю руководство за такую высокую организацию. Не ожидал, честно скажу, удивлен. Такая высокая организация. Большое спасибо.